Звуки варгана, картины таймырских художников и национальные обряды, уходящие своими корнями в глубокое прошлое. Таким увидели Крайний Север гости выставки «Мир Таймыра», которая открылась в Общественной палате Российской Федерации. Таймыр сегодня здесь, сегодня в Москве. Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к организации этой выставки. Хочу сказать, что это придаст нам еще больше импульса, еще больше желания, еще больше внимания сделать все, чтобы этот хрупкий регион остался в максимально позитивном состоянии с точки зрения окружающей среды. Организаторами мероприятия выступили Общественная палата и Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра при поддержке проектного офиса развития Арктики. Наполнили экспозицию благодаря Таймырскому дому народного творчества, сотрудники которого привезли в Москву 32 картины и 60 резных экспонатов из своего этнографического фонда. Финансовую поддержку при организации выставки оказала компания «Норильский никель». Работа ведется с коренными народами в постоянном режиме. Она закреплена документами в виде соглашения с ассоциациями. Мы постоянно находимся в диалоге с общинами, с представителями отдельных семей. Это позволило сформировать определенные перечень мероприятий, которые финансируются компанией в течение 5-летнего периода, как я уже отмечал, в объеме 2 миллиарда рублей. Идея выставки появилась у членов Общественной палаты, когда они обсуждали экологию и туризм на Таймыре. Поскольку это отдаленная территория, приехать на которую может себе позволить далеко не каждый, то было решено привезти частичку Таймыра в Москву. Истинных северян, именно этносов Арктики, не так часто представляют на различных площадках. И кроме того, мы исходим из того, что аудитория на разных площадках разная должна быть. Здесь именно общественность. Здесь Общественная палата Российской Федерации. Выставка привлекла внимание не только жителей столицы, но и бывших таймырцев, которые давно уехали из районов Крайнего Севера. В Общественной палате они смогли окунуться в прошлое и вспомнить свою малую родину. Ну вот смотри, стою с куском строганины, счастливая вообще просто, до невозможности. Я в 93-м году уехала, потому что закончила школу. Я могу прям зареветь, если сейчас начну рассказывать про тундру, про своих друзей, про северное сияние. То есть у меня не просто ностальгия, а гораздо большее что-то. Кроме живописи и косторезного искусства северных народов, гости выставки познакомились с традиционной заполярной кухней. Представители коренных народов провели мастер-класс по приготовлению строганины, национального блюда из сырой рыбы. Кроме того, посетителей угостили деликатесами из оленины, дикого гуся и северных ягод, морожки и брусники.